Ни слова. Евгений Минин тоже одному из старожилов семинара, если так можно сказать, одному из первых участников нашей мастерской политического перевода. Женя пока еще отдельного сборника не собрал, но я не сомневаюсь, он недавно перестал работать в школе, теперь у него много времени. Я книги не собрал, стихов Улисви Гринберга, но мне удалось опубликовать два его перевода в журналах в российском и в американском, чем я очень доволен. По поводу Улисви Гринберга я хочу сказать, этот поэт во многом мне оказался близок и по моим мыслям, и по моим чувствам. И многие стихи его написаны очень-очень давно, они актуальны до сих пор. Вот одно из них. «Сторона, погубленная вождями. Вы глупы, вы погрязли в пустой болтовне. Все распродали, слуги порока. Видят все, но не вы, что на каждой стене слово огненное пророка. Ваш приказ исполняет безмолвная тля. В этом новых трагедий истоки. Превращаете башни в сражений поля. Уповаю на чудо, его же земля. Скалы стонут, деревья и строки. Вновь мы в бездну скользим, никому не нужны. Тщетно зазим, сцепляясь ногтями. Я несчастный пророк из несчастной страны, погребенный своими вождями.